Сезон региональной Мурманской лиги КВН открыт. В этом году она получила официальный статус и теперь является частью большой планеты КВН. Прием заявок на участие в сезоне 2015 года уже завершен. За титул чемпиона региональной лиги будут бороться 16 команд. А редактировать шутки веселых и находчивых будут финалисты вышки, представители команды «Сборная Мурманска». Уже известно, что в первой официальной региональной лиге КВН примет участие 16 команд. Среди будущих участников сезона есть чемпионы, новички и школьники. Для сборной офиса прошлый год был стартовым, но успешным. В команде вице-чемпионов есть генеральный директор, человек с большими амбициями, но не очень большим ростом, начальник офиса и линейка. Линейка, да, ну это персонажи, как бы, которые играют одну такую биомассу, то есть представляют, по сути, одного человека, то есть... Условно сказать, офис немного отшибленный от мира. В том году мы вот заняли второе место, поэтому как бы надо каждый раз двигаться дальше. То есть мы без малого ставим цель выиграть лигу, но у нас еще параллельно будет игра в центральной лиге, то есть лиге статусом выше. Там будем пробовать. В каком направлении шагать по планете КВН, мурманским КВНщикам подскажут финалисты высшей лиги международного сезона. Редактировать шутки и выступления команд будет сборная города Мурманска. Золотое правило – шути о местном, и тогда тебя всегда будет рад видеть зрители, всегда будет смешно. То есть шутка средняя на местную тему заходит всегда как шутка очень хорошая. Поэтому это я бы посоветовал командам. Задача редактуры в первую очередь – помочь командам сделать их материал еще более смешнее. Во-первых, задать направление в нужное русло, направить их творчество в нужное русло. А во-вторых, усмешнить, если есть такое слово, усмешнить материал, который они приносят, добить. Иногда вот в КВН принят такой термин, как они приносят некоторые заходы на шутки, и мы коллективно думаем, штурмим вместе с ними и добиваем, улучшаем их материал. В городском доме молодежи для команд региональной лиги планируется провести семинар «Школа КВН». Организаторы расскажут о тонкостях подготовки к предстоящей игре, по результатам которой чемпионы сезона 2015 представят нашу область в Сочи. Есть возможность у команды, победившей в сезоне региональной лиги, попасть сразу в телевизор. Например, в этом году по итогам сезона команда, которая с нас станет чемпионом, будет принимать участие в Кубке чемпионов региональных лиг на фестивале в Сочи в следующем году. Победитель этого турнира отправляется в одну из телевизионных лиг, ну какую там пока неизвестно. 9 марта в ДК имени Кирова фестиваль региональной Мурманской лиги будет открыт. Всего в рамках сезона предусмотрено 5 этапов. Финал игры состоится в ноябре.